В честь погибших в Великой Отечественной войне в Ульяновской области высадят свыше 125 тысяч деревьев. Зеленые растения появятся у обелисков Слав и других памятных местах. Тем самым регион присоединится к международному проекту «Сад памяти». Об этом говорили на заседании областного оргкомитета «Победа». Мы предлагаем провести центральное мероприятие акции в регионе, именно в городе Ульяновске, заложив аллею героев. Мероприятие предлагаем провести 8 мая 2021 года на прилегающей территории Ульяновского государственного технического университета. Аллея будет состоять из 165 деревьев с породным составом рябина, липа, черемуха, высаженных в форме георгиевской ленты. По всей стране в саду памяти высадят 27 миллионов деревьев. Также в регионе появится своя аллея городов-героев. Это будет бульвар возле Ульяновского политехнического колледжа, где также высадят деревья. А главной ценностью аллеи станут заготовленные горстки земли из городов-героев и оружейные снаряды. Пока все эти экспонаты представлены в виде экспозиции в историко-техническом музее колледжа. Я даже не ожидал, что вызовет такой резонанс не только у студентов, а у всех как бы слоев населения, то есть от школьника до ветерана, потому что вот заключительная земля была передана нам именно из Совета ветеранов, из Брестской крепости. Еще одна тема оргкомитета – диктант Победы. В регионе активно идет подготовка к проведению этой всероссийской акции. Наша область присоединяется к диктанту Победы третий год подряд. В этом году основными темами станут первые годы войны, включая битву под Москвой и Сталинградскую битву. Будут вопросы, также связанные с биографией двух генералов – Жукова и Росаковского. Жители области смогут участвовать в диктанте очно. Для этого в регионе готовят 100 площадок. Любой желающий также сможет выполнить задание онлайн на сайте диктантпобеды.рф. Акция пройдет 29 апреля. Данные годы войны, первый год, являются одними из самых тяжелых, когда наша страна потихонечку отступала, сдавала свои позиции, но все же готовила силы для того, чтобы дать ответный удар и переломить ход войны. В областном центре также началось благоустройство скверу моторного завода. К 1 мая все памятники, таблички, воинские захоронения также приведут в порядок. Рената Лиулова, Артем Куранов, Улправда ТВ.